Thank you.
Господь Адам, аже чтобу стражду, отметая всегда животное Твоя словеса. Присущная Троица, у единицы поклоняемая, возьми бремя от мне, тяжкое греховное, я голову утробно дашь мне слезы. Пламени.
спасися, Создатель мой, в Тебе спаси, оправдаюся. Тебе когда сердце бое принесу. Аминь.
от Бога, свят, свят, святости, Отче, Сыне и Души, простое существо, единица присно поклоняемая. Из Тебе обличеся в мое смещение, непременно, безмужная Мать и Дева, Бог создав и веки, и соедини себе человеческое естество. Поднимающийся.
Христос вочеловечился в плоти, приобщил семьи, и вся его суть естества, хотением исполни греха, кроме подобие тебе у душе и образ предпоказуя своего снисхождения. Христос волхвы спаси, пастырь судьба, владенец множества показал ученики, старцы прославы и старые вдовицы. Их же не привновало иси душе, ни деяния, ни житию, но горе тебе, когда будешь и судитеся. Постився Господь дни 4-10, в пустыне последних залках, показывает человеческое душе, а не разленившийся аще тебе, приложится враг, молитвы же и постом от ног твоих да отразится. Люди, ходящие во тьме.
вообще мы как-то живем все во грехе, потому что мир во зле лежит. Когда мы с вами не кинем взгляд, где мы не окажемся, дома или на улице, грех нас не оставляет. Он, о нем говорят, о нем мы слышим на улице, о нем, как говорится, греховные люди выражаются, ругаются, осуждают друг друга. А еще страшное, и, конечно, друг друга ненавидят, злейшей такой ненавистью. Ну и дома, конечно, мы никуда не можем скрыться, потому что средства массовой информации нам тоже о чем говорят? О грехе вещают. Посмотрим мои каналы, переключим, дайте каналы, увидим, что идет, ну, боевики, или еще какие-то мелодрамы, или какие-то смехопередачи, где сатирики, так называемые, высмеивают свой народ, к сожалению. Все смеются над этим, а ведь это греховно, да? Вот. Мы же знаем такую поговорку, скажи человеку 100 раз, что он хрюшка, да, он захрюкает. Но мы же с вами не хотим таким быть, правда же? Не хотим хрюкать, а желаем быть именно нормальными людьми. Вот поэтому что отличает человека, который живет именно согрешает, но с таким согрешает чувством, что он желает в корне изменить свою жизнь, но порой это у него не получается. У него есть желание быть со Христом. А есть люди, вот даже так, живущие без Бога, Бога особенно не верят, хорошие люди. Но вот им, как говорится, и не нужно быть с Богом. Они для себя считают, что им с Богом быть не нужно. Вот поэтому, дорогие мои, что мы с вами, как уже и говорилось, входя в Великий пост, будем для себя открывать самих же себя, кто мы с вами такие. Вот. И окажемся, что наше внутреннее состояние, оно ведь очень греховное состояние. И как люди мудрые говорят, ничего во мне хорошего нет. Человек на самом деле определяет, видит, что в нем ничего хорошего нет. Бывает, конечно, смиренословие. Это особенно распространено так в церковной среде. Когда человек говорит, я самый грешный. А скажи такому, да я знаю, что ты грешный. Он на тебя обидится. Сколько раз такое было? Обидится еще, так будет. Потом враждовать с тобой. Как же? Ты ему сказал, что он грешник. Как ты посмел? Вот греховное состояние как раз у человека открывается, и будет открываться сейчас, и вообще вот, во всей его жизни. И, наверное, самое главное – это человека познать самого себя. Жизнь – одно из главных достоинств. Познание самого себя. И вот мы с вами должны себя познавать. Не только такие, что мы что-то сделали хорошего, да? А в основном познаем себя с отрицательной стороны. И уже не удивляемся, что этот грех мы можем совершить. Уже не поднимается рука или язык сказать, что на другого человека, что он грешен. Почему? Ну, потому что сам он совершил. Вот, дорогие мои, о чем можно сказать именно в смысле этого канона, да, преподобного Андрея Крицкого? О том, чтобы душа стремится к изменению себя к лучшему. Вот это самое главное. Именно вот эти примеры, что о, окаянной душе, да, покайся, мы слышим в песнопении. Как душа называется? Окаянная душа. Почему она окаянная? А потому что такая есть по своей натуре. А как человек может измениться к лучшему? Когда он будет уходить от этого окаянства? Когда он будет стремиться именно изменить свою жизнь к лучшему и быть именно, приобрести такие навыки в своей душе и в своей жизни, да? Чтобы они, прежде всего, человек, который живет рядом в обществе с кем-то, со своей семьей, с ним было жить-то и не трудно, а наоборот легко. Потому что знаешь, что такой человек тебе всегда поможет, всегда как-то, если не скажет что-то, то, по крайней мере, выслушает, не осудит, а
А это, наверное, самое главное в сегодняшнем нашем мире. Что нам не хватает, да? Прежде всего, внимание и понимание друг к другу. Вот я вам и желаю, братья и сестры, чтобы мы были особенно внимательны друг к другу, ближним своим внимательным. И относитесь к ним с большим уважением.